Так, ну вот мы заходим внутрь. Ты снимаешь, да? Да, да, я снимаю, да. Ну, как вы видите, значит, у нас происходит уже внутренняя отделочная работа, разводка инженерных систем. Кладочная работа практически завершены. По фасаду у нас весь фасад, слава богу, практически тоже закрыт. Основная площадка, где мы сейчас работаем, и именно в этом векторе, это у нас концертный зал. Там нам нужно возвести кладочные работы и закрыть кровлю. А так, в принципе, у нас по фасаду работы выполнены практически в полном объеме. В графике, да, идет? Да, у нас сейчас все в графике идет. Давайте, что вам еще здесь рассказать? Ну, вот вопрос о водоснабжении. Все-таки здесь есть верхние этажи. Как здесь с давлением, скажем, водоснабжением? Решается ли этот вопрос? Бывают такие вопросы? Это даже не вопрос на самом деле, да. Потому что у нас есть насосы, которые будут давать давление. Ну, должны быть, да. Ну, у нас все, конечно, заложено. А заявка на договор всех присоединений есть по воде? Конечно, смотрите, значит, мы направили нам прислали договор от водоканала. Ага. Он был не очень корректно оформлен с точки зрения вот министерства, потому что у нас там тоже есть определенные правила. Мы направили его обратно на доработку. Сейчас производится корректировка этого договора, и на этой неделе нам его опять пришлют, отыграется тендер, и мы заключим с ними договор. Ну, просто как мы знаем, администрация ждет от вас этого договора, этих присоединений, чтобы, ну, или администрация, водоканал, чтобы мы продолжили. Вот на той неделе мы пытались его запустить на заключение договора, но у нас не получилось. Нашли наши юристы ошибки, и мы отправили. А, ну, то есть тут мелкие детали, правильно? Да, да. То есть основная описание. Работа есть, да. Сейчас по поводу давления тут вопрос задают уже. Воды давления, чтобы наверх хватило. Атмосфера. По техническим условиям, что у нас предусмотрено, одна атмосфера. Это на гарантированный напор. Чтобы нам его обеспечить, просто предусмотрено повысительные насосы. Два. Один резервный, один рабочий. Также и по пожарной части, тоже группа насосов пожарных тоже не предусмотрена. Насосные. Все устанавливается. Все в рабочем порядке. Вы не переживайте. Нет, чтобы было понятно, почему мы такой группой собрались. Чтобы снять вопросы. Население тоже есть, да? Нет, оно понимаю. Начинает, ну, что называется, все сплетни, хорошо, да? Хорошо. А вот мы снимаем сплетни. Вот это вот, да. Чтобы не было больше вопросов. Кто-то сказал, что одной атмосферы это мало, и все, да, вынеслось. Да. Какие условия дадут, какие мы подстраиваем. Вопрос по ливневой канализации. Как он решается, и где прием, ну, наверное, к вам тоже, да? И где, и есть ли место приема той воды, которая... Ситуация, этот вопрос вообще надо поднимать не только не конкретно к музыкальной школе, а конкретно ко всему городу Пушкино. В вашем городе нет ни одной ливневой системы вообще. Да, как вы решаете природе. В конкретном случае? Значит, единственный способ, чтобы отвести ливневую воду, это отвод на рельеф. Значит, по проектам, планировочным решениям, уклонами предусмотрено именно такое решение. То есть в разрыв. Вертикальной планировкой? Вертикальной планировкой, да. Значит, без, бордюрной. Без трубопровода подземного. А скажите, вот для чего его ставили? Ну, смысл? И в одной музыкальной школе мы поставили ливневую канализацию, и куда мы будем ее девать? Вопрос. Но администрация вообще планирует Нет. делать ливневую. Вот когда нас планируют, когда у нее будет построены очистные, построены будет когда сеть. Завязано. Тогда можно говорить уже конкретно об этом. Скрывать благоустройство, дорожки, дороги, чтобы там. А вы скажите, а дальше ее куда эксплуатировать? Эту ливневую канализацию? Куда? Приготовить, скорее. Ну и для чего? Она будет наполнена водой. Дальше что с ней делать? Она замерзнет, разморозится. И это все полетит, все затраты уйдут в трантарары. В перспективе технически возможно будет подключиться, если администрация. Это будет возможно. Но там, пожалуйста, в ту зону, вся у нас территория, при бордюрных камнях предусмотрены разрывы. Половина воды уйдет просто уйдет вот в это самое, в газон. Песок, газон. У вас весь город так построен, и вы пока не жалуетесь ничего. Решается вопросом проекта вертикальной планировки. Да, вертикальная планировка. По-другому. Субтитры сделал DimaTorzok.
здесь у нас вот сзади вас будет зона раздачи пищи, здесь будут стоять столы. То есть у нас здесь готово под отделку все, то есть мы сейчас закладываем плиткой. И так метражи готовы, контур здесь закрыт. Осталось технологическое оборудование довести и купить. Не маленькое столовое, это сколько чаще здесь будет? Здесь на 20 столов, по-моему, рассчитано. Угу. На 80 человек. А здесь будет учиться 600 учащихся музыкальной школы и 250 учащихся студентов колледжа. Ну, в 10 смен по обеду еще. 850 человек. 600 учащихся, да. Ну, наверное, да. Ну, что же мы теперь можем сделать? Так предусмотрели. В проекте так заложено, да? Печаль. Кто? Не, не исполнители. У кого есть? Стекло. Первые мелодии в этом здании. Музыкальные же учились в школе. Поэтому ребята за одно параллельное образование музыкальное получают. Это вход, чтобы привязаться к месту. Это лестница на второй этаж. Делается потолок, витраж. Весь. А что это за помещение? Это просто холл. Холл, да? Да. Угу. А у нас получается здесь просто концертный зал, там сидение. Там же сцена. Да. Ух ты! Это центральный концертный зал. В одной группе. Впечатляет. Впечатляет. Впечатляет, да. Это основание под сиденье. Дальше будет обшиваться вот этой фанеры. Фанера, да? Да, как в кинотеатре, правильно. Это основа, основа. Потом паркет. Насчет кожи могу сказать. А сиденья пластиковые будут? Или нет. Мягкие, или мягкие? Мягкие сиденья, там уже согласованы с директором школы, там все. Уже альбом даже с Минкультурой согласован. Да? Концерт можно. О, а когда людям покажем? А? Альбом? Да. Красивая же штука. Тем более, если он согласован, может, покажете? Ну, у меня его на руках нету. Просто. А мы в Минкульте попросим сами. Вот, да, отлично. В компьютере я могу показать. Ну, в электронном виде, да, было здорово, конечно. Еще раз, на сколько мест это занято? 300 мест, да. Шикарно. Будем ходить сюда на концерты. А никак не. Сейчас мы идем посмотреть классы. Вот отопление уже подключено. Это один из классов, да? Ну, один из классов. А вам как-то акустически оборудовано или просто будет так?